Ребята создали такую пушку весом, наверное, 10 тонн, если не больше. И мне кажется, ее просто изготовили 20-дюймовая. Корабельная чугунная пушка для морских башенных судов, в том числе фрегатов крейсер и минин. Так, длина ствола 5 метров почти, масса ствола одного 40 тонн, масса снаряда вот этого вот шара 459 килограмм. Еще плюс масса заряда пороха 53. Так, угол возвышения градуса всего лишь 3. И тут нарисовано, как она в этой башне стояла. То есть она не стреляла высоко. Градусы только всего лишь 3 градуса подъема был. Дальность стрельбы километр 300 метров всего лишь. Из-за этого орудия было сделано 313 выстрелов всего лишь. Испытания начались в 1869 году аж. И такие были сделаны, например, вот установки в башне фрегата. Ну вот какой? Крейсер и минин. Так. Ну вот из этого, то ли из этого орудия, то ли вообще из таких орудий было 313 выстрелов. И весит она 40 тонн. Да, почти. Масса заряда. Масса ядра. Ну вот ее создали в 1868 году. Не шатай это, пожалуйста. Я сейчас отъеду! Для вооруженных морских судов. Не дам мою семью!